Да, да. Я знаю, мам, все в порядке. Ой, мам, все, хватит мне мозги пудрить. Каждый день звонишь, одно и то же говоришь. Ты вместо этого лучше мне деньги отправь, я тебя потом сам перезвоню. Я только что слышал твой разговор с матерью, и ты мне напомнил прошлого меня. В смысле? Раньше я так же разговаривал с мамой, как ты, но после этого случая я изменился. Какого случая? Игорь, а ты куда после уроков идешь? Я, наверное, с пацанами там погуляю. А можно я с вами? Не, сорян, ты пролеть. Ну ладно. О, здорово, пацаны. Опа, Игорюк, наконец-то. Здорово. Чё, ты, сиги у тебя? Конечно, погнали. Сынок, где ты был? Ты на часы смотрел? Уже совсем поздно. Почему ты молчишь? У тебя что, сигаретами пахнет? Сынок, ты понимаешь то, что сигареты вредят твоему здоровью? Мама, я что, ребенок, что ли? Если захочу, буду курить. Что захочу, то и буду делать. Я приготовила поесть. Отстань уже со своей едой, я не голоден. Игорь, прикинь, здесь написано то, что одна капля никотина убивает целую лошадь. Прикольно. А ты прикинь, что будет с человеком? Блин, курение действительно убивает. Может быть, завязать с этим? Сказать пацанам, что я бросаю? Опа-на, Игорь. Игорь, как раз ты пришел. Короче, у нас такое дело. У нас соседи недавно в отпуск уехали, а они богатые как раз. Давай их обчистим по-быстрому. Деньги себе оставил. На остатки так загуляем, то что ты на всю жизнь запомнишь. Игорь, ты с нами? Не, пацаны, в этот раз я пас. Говорил же, не наш пацан. Че, маменький сыночек, что ли? Маму не трогай. В смысле не трогай? Сюда иди. Зря ты, Игорь. Все, братан, братан, все, все. Смотри, валим, сын. Следующее, то, что я помню, это то, что я очнулся в больнице. Я пробыл там еще примерно месяц до моего полного выздоровления. Может показаться странным, но в тот момент я больше всего хотел увидеть маму. Хотел извиниться за то, как с ней общался, но она почему-то не приходила. После моей выписки врач рассказал мне, почему мама меня не навещала. Он сказал, что из-за частого курения мой организм очень сильно ослаб, и единственный шанс спасти мою жизнь – это была срочная пересадка сердца. И моя мама подарила мне жизнь уже во второй раз.
Уже прошел год, но я до сих пор не могу поверить, что ее нет. Что я ее потерял. Она была мне самым близким человеком, но я понял это слишком поздно. Она говорила, что все может так кончиться, а я ее не слушал. И даже несмотря на это, она все равно отдала жизнь ради меня. Даже не знаю наверняка, повторится ли эта же ситуация снова. Если бы была возможность ее вернуть, я бы отдал все, даже если бы шанс был мизерным, но это невозможно. Поэтому, пожалуйста, не повторяй моих ошибок. Исправься, пока не стало слишком поздно.